продолжение следует. В правительстве Российской Федерации одобрили законопроект о льготе в 450 тысяч многодетным семьям на погашение ипотеки. Данная мера поддержки будет действовать до 2030 года. Напомним, программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Она позволяет семьям с двумя и более детьми получить ипотеку под 6% годовых на покупку жилья или строительство, или деньги для погашения. Материальная мотивация. С 1 сентября этого года в силу вступит закон, устанавливающий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Закон подписан главой государства. Сообщается, что выплаты за первые 2 часа сверхурочной работы будут составлять полуторный размер, за последующие часы не менее чем в двойном размере. Создаем профессионалов. 5 предприятий Пермского края вошли в число регионов, где будут созданы корпоративные центры опережающей подготовки. Это своего рода площадки внутри предприятия для обучения сотрудников и разработки корпоративного стандарта профессий. За полгода предприятия-победители разработают корпоративные стандарты, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации. Ответят на вопросы. 25 апреля Росреестр по Пермскому краю запустит горячую линию по вопросам нарушения земельного законодательства и способах их устранения, а также об особенностях проведения контрольно-надзорных мероприятий на территории региона в этом году. Звонить можно по номеру, который на экране. Помощь неравнодушных. В одном из соликамских МФЦ пройдет акция «Донорство ума». Жители округа могут вступить в регистр доноров костного мозга и стать шансом на спасение для своего генетического близнеца, больного раком крови. Для этого будет необходимо сдать мазок из полости рта и заполнить заявление, где понадобятся данные паспорта и СНИЛС.